приятно сегодня находиться здесь. Я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам сегодняшней премии, Русской Федерации за большую любовь и поддержку, всем моим поклонникам, зрителям, моей команде за то, что на протяжении стольких лет во главе с моим продюсером Натальей Крабилиной поддерживает меня и двигается со мной в нужное направление. Сегодняшнего дня я ухожу в отпуск, в небольшой такой.